Чё тут можно купить? Завоеватель. У тебя там есть, мне кажется. Фрагмент камня здоровья. Соберите 3 фрагмента, чтобы навсегда вылечить шкалу здоровья войны. Подожди, а теперь я война? Нет, я война. Так, фрагмент камня для раздора. А, ну вот она как. Здесь, скорее всего, ну, типа, прокачка у каждого и своя. Туда, то есть, и туда, и сюда, короче, вместе, да, потом теперь ты там пошел один играть, и у тебя, чтобы было что-то войны прокачано. Короче, и туда, и сюда, типа, прокачка. Улучшение добавляет одно использование зелья избытка здоровья. Зелье с эссенции гнева. Ядра какие-то существа есть. Открывает ядро существа первого уровня. Оживление игрока восполняет тому, кто его оживляет, 10% от максимального запаса здоровья. Пули теневого клона будут рикошетить гейзеров клинок. Радиус гейзера клинков увеличен на 25%. Вопрос, почему там разные треки на заднем плане, блин, мелькают постоянно, я так и не понимаю. Как это работает? Ты у меня? Да. Там Эрик сейчас смотрит. Смотрит, понятно, но я имею в виду, это какой-то что-то а-ля ТикТок или что-то такое. Что-то такое, наверное. Просто непонятно, как это из одного просто в другое. Я и так тихий. Я и так тихон. Вдруг сердечный. Здравствуйте, здравствуйте. Так. Челье избытка здоровья. Все, я выхожу. И бегу, так вот, понимать, что тут к чему. Подожди, блядь, так, стоп. Как там был конь, врубался? Да мне кажется, здесь не выйду с этим конем. Подожди, а ты где есть? Блядь, я просто всю карту перепроверяю. Здесь можно пойти к Ульгриму, скорее всего, это переход на следующий уровень, а еще можно пойти какой-то там к стенке закрыть. Ой, я выпал. Здорово. Пошли к этой двери сгоняем. Я не знаю, сможем мы там что-то открыть. Ну я думаю, ну там просто двое что-то должны сделать. Возможно, там ключи нужны. Мне кажется, типа, ну, вообще сюда, наверное, не вообще ничего. Либо у нас ключей нет. Ну и скорее всего, наверное, вот мы и сюда должны будем возвращаться, конечно, к счете. Чтобы... Блядь, все, какие... Вкусно. Подержи язык, тварь, пока его не отрезал. Не должна иначе, зачем мы здесь? Посмотрел Самоэль. Осторожней, всадник. Ты меня убить хочешь? Я шептун, что ли? Пускать собираюсь. Но там уже будет ветер. Ебало. Страсть. Блядь, нет, это очень промат. Это так просто не работает. Нужен этот ветрозалубка. Я покажу вам вход в змеиную нору. О, Наруто. Я завалил еблату. Сказки по управлению показывают дополнительные данные? Давай, я нашел, да. Я бесполезный, тихо я сказал. Бесполезный Тихон. Когда новое задание? Чекну еще раз эту дверь. Может быть, теперь мы сюда должны идти? Теперь, наверное, да. Нет? Нет? Блядь.
О, кстати, у него можно так купить. Смотри, ключ ловкача. Собрать 9 ключей ловкача. Говорят, вас ждет веселье. Куда нам драться надо? Угу. Мне кажется, там есть какой-то проход. Задний. Да, да, блядь, задний проход, где говорят тихо. Какую-то прокачку нашел, ядра существ. Не знаю, что это. Я при этом не упал даже окончательно даже. Ну-ка. О, какая-то срань. Смотри. Ты видел, куда я пришел? Да я всю карту, в принципе, обшаривал. А вот здесь, вот отсюда можно перейти на вторую карту. Ну, я да. Понял. Ну да. Просто изначально она не была, пока мы с Фульгером не поговорили, доступно. Я так понимаю, там просто нужно было прогонуть, наверное, да? Нет? Ну все, прыгаем на второй уровень. Вторая шлаковая яма, да? Ждем лидера команды. Поехали. Ну что, едем? Уже, да? Едем. Что, по классике обшариваем всю карту? Ну, первоначально. Это камень, думаю, да. Это камень призыва. Мы уже призвались. Да хрен с ним. Там, я так понимаю, камень призыва, который может наоборот. А там сверху ключ, кстати, я его уже вижу. Но, наверное, мы, наверное, сейчас пока забраться не можем. Нам требуется дверь. Вам требуется один ключ, чтобы открыть дверь. Ой, а что произошло? Я бомбу бросил. А я нажал какую-то кнопку, блядь. Ну, тут... Шум. Да я как раз с помощью этой бомбы и взорвал. Просто мне, в принципе, механика знакома, потому что в первой части она была, блядь, метать эти бомбы. А как нам сейчас... Сюда хочу бросить вроде, а это не то. Они что-то разрушил все-таки. Ну, кто-то вниз можно спускаться, смотри. Не, я знаю, я этот проход, собственно, и открыл, когда бросил бомбу-то. Ой, блядь, у меня все это. Я все постоянно так обшариваю. Потому что ну, там вот наверху есть ключ. Вот. Так мы просто не запрыгнем, возможно, мы просто там ну, круг сделаем где-то по карте и сможем пройти. А, здесь, наверное, смысл есть, типа, чтобы эту дверь пройти, нужен ключ. Я понял. Считаю это сюжетное задание. Я так понимаю, что они ваншотные, но... Ну, нет. Но они оставляют эту вот славу, типа, она нам вред наносит. Ну, не максимально вредные, я сказал бы. Так,
Так, а если вот сюда вот? Подожди, куда РПшка. это попадал? Попал. Там ключ какой-то был. Какая-то херня. О, приветствую вас. Ключ лукача. Будь молодки. Привет. Уверен, что это именно насчет этой речи. Ой, ой. Справедливые замечания. Завещание? Да, завещание именно оно. Блять, я жму на Б, а чё толк? Во. Что за говно? Вот я жму на Б, например, а чё нихуя? Там души же будут. Да. А как это обязательно было? Я не думаю, что именно так. Ебать. Ты можешь пострелять на него, да? Блядь, я успел собрать. Одолжить души. 2 из 4. Я смог ее разбить. Ты не помнишь, как что-то мы с этими, мы где-то уже встречались с этими херовинами? Да, блядь, не знаю. О, а что произошло? Я кинул свой этот крюк. А, мне тупой, никак, скорее всего, что да, но я поэтому даже не знаю, что. Хотя эту херню, короче. Кстати, здесь будет сюжетный ролик. Пойдем, сначала посмотрим, есть или здесь что-то. А можем пройти прямо. Ну, скорее всего, мы можем смотреть сюжетный ролик, а потом пойти, типа. Можем, наверное. Ну как ролик? Ну как ролик, диалог. Да. Эх, ты безнадёжен.
Видели телену, что Вольга у нас... Так. И типа мы, нам нужно по очереди во все стороны пойти, да? Ну, наверное, да. Че крутишься как-то сразу? Я читер, блин. Конечно, так покрутись, попробуй. На геймпаде, наверное, получится. Ой, блядь. Вау. Блядь, мне впиздили. Так, а как поднимать? Ну, что-то там, наверное, какую-нибудь кнопку-то напишет, наверное. Да. Что-то как это, блядь, не... Мне не нравится, как это, блядь, происходит. Я нажимаю Б, а мне хуй. А я сосу Балтийку. Не, может, а пострелять можешь? У тебя что, пистолета нет? Блядь, я не знаю, как я в прошлый раз делал. Ну вот, я сейчас смог. Видите, и упал. Нет, это явно не то. Что-то меня откидывает. Подходи ко мне, а то сейчас я упаду, тебе придется меня поднимать. Ну я пока поднимаюсь. Он меня выкинул с этой, блядь. С ебучей, блядь, платформы. Да сука, иди нахуй. Нас вынесли, да? Я правильно понял? Походу, да. Блядь, он меня с платформы просто въебал. Въебал и все. Я так понимаю, мы с вот это же место будем проходить. Блять, теряли пацана. Вот сейчас вот теперь все. Они прерывают, оказывается. Да. Вот там ты хуй что, блядь. Говно немного. Один меня въебал, второй меня добил, нахуй. Да блядь. И меня вниз скинули. Так, ну-ка, что? Нихуя себе, вот это у них удар. Да где? Ну, Б. Бабра. Нюхай бебру. Боевстрогены, они еще и все в огне, а 2,5%. Это мы какую-то хуйню одну и взяли. Еще я видел, что здесь вот можно на крюк, не знаю, куда он приведет. Хотя он, наверное, возвращает нас просто назад, я понял. Да, только так. Не прыгай за мной. Я, блядь, я в воздухе нахуй завис. Thank you.
Ну, плюс, ну. Срань. Ты где там есть? О. Че, куда иду на развилку? Мы ходили налево, теперь нам в другие стороны нужно идти, чтобы то же самое что-то там сделать. Да, шлаковая куча, блядь, шлаковая куча. Там еще какая-то шляпа есть. Вот еще проход. Вот, я нашел какой-то проход. Железная палата, блядь, может это тот плат... Блядь, это... Где мы начинали? Ой, ебаный дебил, блядь. Тут что, есть бэктрекинг, да? Я так понимаю, да? Напомни мне, да, блядь, карта. Ты карту нашел? Нет. Я просто с кем-то пьюсь. А чё? Ну, было написано, карта шлаковой ямы. Шлаковой ямы? Конечно, то, что... Ну, это где есть-то вообще, блядь? Посмотри по карте, там подсвечено, где. Ну, я так вот смотрю, просто ты далековато, конечно, от меня это явно. Так, понимаю, короче, хуяк и хуяк. А? Ты здесь теперь? Ну я погиб, я не понял, как вверх подниматься опять по этой балке. Вот здесь не спешите, если здесь ловушка, то можешь нас скинуть. Вот здесь наверх я не понял, как вот вверх, как он карабкаться должен. Это... А, теперь зацепился. Странно, это работает. Да, за этим кристаллом что-то есть. А что если нужно было достать этого чувака, чтобы он взорвал это? Там так мы их только, я так понимаю, что если кинем бомбу, сможем взорвать. А нет, подожди, бомба есть. А, я понял. Нужно ее вот так вот. Как она садится? Что? Ты стрельнул, что она взорвалась? Нет, ты меня въебал. Блять, еще раз. Бля, почему она не взорвалась? Или здесь какой-то не бомба, а что-то другое надо сделать. Подожди, ну-ка. Какой-нибудь зарядный выстрел. Не, куда идти, я понял. А вот это вот, походу, только вот открывается как-то чем-то, наверное. Что-то какая-то другая, наверное, способка должна быть у нас. Ну, скорее всего. Ты там что-то еще сделал? Да. Ой,
сука, блядь. О, ачивка. О, да. Ячейки душ. О, да. Я въебался даже башкой в микрофон, блядь. Настолько меня это повергло в шок. Так, здесь вот какая-то дверь есть, а как ее открыть? Да, может быть, надо зажечь огонь, типа? Да, только... А, все, я понял, огонь берется он оттуда. Ой, блядь, нет, с этой хуйней мы не придем. Я тайром тебе нужно делать. Сейчас, погоди. Смотри, может, по всей нужно пройти? Не, она сейчас загорится, а я сейчас подожгу вот это, и дверь откроется. Ну да, только ты меня въебал. А вот тут вот... А, а там закрыто, типа, да? Это все, ради чего мы сюда пришли? Да, видимо, да. Нет, еще вот тут вот надо наверх залезть. Здесь как бы сейчас вот это висит еще закрыто, как ловушка. А как ее от этого убрать так? Видишь, как вот эти вот как треугольники, это загорожено. Она не должна быть так. И нужно как-то убрать это. Давай думать, давай смотреть, что здесь есть. Возможно, надо опять бросать. Может, надо все залезть, что тут есть? Может быть, я думаю. Ну, потому что смотри. Вот это горит, вот это не горит. Вот смотри. Вот. О, видишь? Смотри, какая-то хуйня открылась. Ничего себе. Вот это мы тащили. И чего толку-то, блядь? Задание готово к получению. Не, ну дальше думаю. Смотрим, что есть дальше. Горел на работе. Блять. Я так понимаю, что с этой хуйней так не получится. С этой хрени явно не прыгнешь. Куда? Ну прыгнешь? Блять. Ладно, прыгай как-то вниз. Ваш ради нуждается в помощи, вовремя я прыгнул. Да я тут это, в огне застрял. А где ты, собственно? В огне. Как кнопку, собственно, нажать, чтобы, блядь, кинуть эту поебень? Ага, бросок, наверное, R2, целиться, L2. Могу ошибаться. R2, ну, блядь, у меня стрельба на R2. Я спокойненько стрелял, в руках у меня была эта поебень. Но она не просто так здесь. Не, ну, я же и взрывал, вот здесь вот сейчас покажу.
Вот здесь вот, где я сейчас стою, здесь была красная стенка, которая взрывала там бомбу. И все. Дальше пока. Думать. Ну там что-то особо я нихуя не вижу такого плохого. О, блядь. Отойди! Ебать! Ты зажег. А их можно из груда накидать? Погоди. А можно туда несколько накидать? Наверное. Там будет пропадать. Блять. Вообще там уже 4 нахуй. 5. Они вот краснеют, когда в них стреляешь, они краснеют. Нет, я их могу поджечь. Блять, я себе тоже могу поджечь. Ну да, пошли тогда дальше. Может быть, наоборот, оттуда мы сверху будем спрыгивать. Или что-нибудь мы что-нибудь какое-нибудь откроем где-нибудь потом. Что оно откроется. Ну там явно какая-то верхушка должна быть. Сука. Ну все, стреляй в него, короче, а я буду бегать. Поднимать тебя. Круто я придумал, да? Блять, он меня всадил просто, блядь, с толчка. Ну, серьезный парень, так, походу. Короче, просто рывок сделал и заебенил. Нахуй. А, я понял, что за рывок. Как у Они, да? Да, да, да. Это, да. Это очень неприятная хуйня, я сразу сдох после нее. Нет, у нас средняя сложность, я-то хотел там что-то побольше. Ну, а что нет? Нет, в целом игра не сложная. Типа, да, там в целом, типа, блядь. Норм, но когда доходим до боссов, то даже на среднее что-то плотно. Нормально. Это и должно быть как-то, ну, плюс-минус, примерно такого же рода. Мобы здесь только чтобы нам жизнь давать, да? Я так понимаю, зеленые черепки. Да. Филип, ты хрень еще стрелял. Не, на мою сторону. Где ты, блядь? Нихуя себе. Горю весь. Я отъехал. Я промахнулся, блядь. А тело промахнулся, а тело лошара, блядь. Шалалала. Да? Чё шалалала? Ну это типа было, ну. А ты порыла шалала. Тут по-моему. Чё это такое? Я не ору.
А ты спишь, что ли, уже? Я да. А ты так быстро? Блок он, блядь. Не такой уж и недоедливый. Лаковый демон. Это вся глава? Я так понимаю, да. Что-то как-то слишком резко. Нет? Как нам? Я вот думаю, сейчас, а ее обязательно нужно совершать. Ключи, вот о чем они это очень ходить не все, нам мы не все собрали. Далеко не все. Я упал. И там снизу вот еще нарисовано, где вот изначально были ворота. Может, конечно, сейчас мы просто первый раз как раз и пройдем туда. Где-то там есть. Пошел назад туда, откуда мы начинали, посмотреть, типа доступно ли там теперь нам проход там. Задели и все. Я пытался и могилку прожать. Это сука. Откуда я сдох?
Шлаковую яму карту. Блять, я тебя не вижу. А, вот ты видишь. Я тут буквально. А там, по-моему, теперь можно найти. Вот, ну, смотри, нажми. Потом пизды. Ну нет, стоп, это поедет давно. Ты хочешь меня спеть на ножами? Нет, ты хотел поменять. Я поэтому нажал и думал, ладно. Вот я знаю. Будем тут все залутали. Давай, давай. Вот тут вот сейчас какие-то наши спецспособности должны потом появиться. То, что вот это где мы непонятная фигня на земле, и он сверху там ключ есть. Ну, пока что да. Зинуку, может, у меня что-то появилось? Ну-ка. Так, выкатываемся к этому получению. Так, чушь. Вставлю ведро, как вернется контр-рюкзак, а ячейк освободится. Что за хуйня? Погнали. Все, ну-ка.
Куда погнали? Здесь просто задача, чтобы выйти в бездну. А, ну все, ладно. Бездну. А что происходит? Я пришел к Узбе, ему по-любому всем нужно попиздеть. Нет, там где там, походу, нам нужно все уровни пройти, потому что что-то откроется бонусное. У нас 160-161. О, подожди, выбор сложности. Аус? Нет. Нормально. Мы идем на третий уровень, да? Ну да. Или нет? Это выбор. Ну типа можно сыграть 10 уровней или для БД пару катек сказать, не знаю. А время сколько? 20 минут, 12. Ну, погнал тогда в ДБД. А мы уже начали уровень. Или мы ливаем отсюда? Можем ливнуть, нам ничего не... У нас все равно сохранение вот здесь. А, не знаю, я просто вышел, не знаю, что у меня там сохранилось. Мы зовут на рабочий стол. Там, на том месте будет. Ебать, ты там спишь? Ты там спишь? Так. Что, Костя? Ебать, что у меня там с руками, нахуй? Почему они мне не онемели? Нет, мы начинаем ДВД. Ты что там начинаешь делать? Там что-то собираешься? Все, у меня деньги вернули, 625 рублей теперь висит. Как грузится, я пойду полил чай и бахну. Угу. Звуки страшные такие. Дед би би.
Я готов. Я тоже. Ты меня пригласи ты? Хоть? Что такое? Ну, ладно, я приглашу, все. Я... А, все уже. А я уже. Так. За кого я должен залететь? Стив Харрингтон, блядь. Не, я за него не буду, это и так он просто прокачивался, наверное, чуть-чуть. У кого еще есть дети? Да. Гир. Сопор. Да, я только хотел продолжить, но ладно. Не успел. Гир. Где Анна? Почему она там, блядь, появилась? Да? Ну, гирлянд у меня, по-моему, ни у кого нет. У кого? Только тортики. Да. О, гирлянд есть, вот у меня. У меня, мне теперь нужно что-то выпить. Иди, снянька. Сейчас, секунду, я нажал готов, я готов.
Так. Сделайте фото фасада, фото витражной прикладной. Здрасте, блин. Армонд. За Армонд сейчас. Я на ней вчера проебал. Со мной было это такое. Ада, блядь. Ада, вот, вот. Ада вонд как раз была. Красная. Это я. Блядь, хуйня, да. И, короче, вот она вчера, блядь, въебала. Блядь, а где звук? А где звук? У меня, короче, сегодня подстава была. А, это чума. Походу, красную жизнь взяла. У меня нет звук. У меня вообще нет звук, я так понял. Ну что ж. Я, короче, сегодня почти еще получил опытную охотницу. Но знаешь, в чем прикол был? Когда последний выживший остался, я не мог нанести его до крюка, то есть расстояние. Был слишком большой, он вырывался. И типа, когда он вырывался плеча, он опять убегал в ту зону, откуда я не мог его донести. Блять, говно. Вот он. Ой. У меня какой-то хуй, знаешь, в чем прикол? Ты типа, когда цепляешь... А у нее красная жижа. А у нее красная жижа, она не болевала, а где-то она когда зеленым ты... заражала, а красным. Когда ты куда-то вырываешь, да? Какой-нибудь этот, я не знаю. Пошла в этот рум, в мейн. Гейпад, что-то еще. Он переключает звук, думает, типа, туда, да? Как источник да, звука, да. Типа. Да, как источник звука, переключается на... Это сам прикол, у меня источник звука стоит. Не обомбозил. В основном системе. В основном системе у меня полноценно стоит этот сигнал. Как у тебя такого? Она пока в двухэтажном здании. Там и наши, ну, в принципе, хотя тебя не посвящены, я их вижу. Вы вдвоем бежите ко мне. Тут бегут, бегут. Я не буду продолжать. Я поэтому пошел обратно. Я поэтому пошел обратно, не починить. Интересно, а если я был раненый, и она меня заразила, после того, как я выпью водички, я буду здоровый? Ой, блядь, иди нахуй. Она меня охуярить хотела. Она ко мне пришла. За меня. Это кто водичка была? Фибич, ты от меня тут хотя. Байкальскую. Блять, она возле красной воды тут рядом. Блять, кому ты ее привел? Она взяла красную воду, я слышал его. Ну это блять сам прикол, что я ее привел, походу, к ней. Да не, прикол в том, что наш чувак почистился. Ну, я так понимаю, скрут урта, блядь. Наверное, вот. Да. Сейчас тебе обрисую, блядь, всю. О, пиздец, она за. Она с тобой бежит, да? Просто да. Я видел, сейчас вы там пробегали, и я тут чиним не сильно залетал. Она все там со мной хуя. Ну вот, как раз где-то сейчас я тут чинил. Тебе зачем? Какие ты сейчас меня нахуй? Смотри. Попробуй. Нет, не попробуй. Мне еще, по-моему, этот перк, как он, я забыл, называется, где-то она... Чинили Гены, он мой закрылся, потому что на горячем. Угу. Не наверх один справился, да? Да, нет, нет. Короче, сейчас обрисовываю всю позицию. Мне кажется, она меня найдет. Убирал против, блядь, двух, по-моему. Вот здесь как раз. Кто там шкурты? Как мне за кого-то? Сейчас, погоди. Ну, он с тобой сейчас бегает как? Да? Понятно. Угу. Хуйня. Затея, да? Вообще полный говно.
Ну, меня что-то не особо не спешат, нахуй, с ними. Да, они там все в одной стране, блядь. Ох, блядь. Не знаю. Вот сегодня буквально вот две вот эти, блядь. Зубы, блядь. За кому мы первый раз играли, блядь? Макдомас? Это база, блядь. Макдомас? Ага. Блядь, она так кружится, здесь опять она меня нашла. Да вон она возле этого ходит, блядь. Да она за мной бежит, блядь. Блядь, я проебался. Она, походу, тоже. Ну и хуй ты, блядь, меня. Ну спасла ты, и чё ты теперь, блядь? Ну тебе, блядь, поблагодарить, ебать его, в сраку, нахуй. Иди-ка ты нахуй, а. Ну и доставай меня нахуй туда. Да чё, типа чума нашла? А. Почти. Ты там, где я чинил? Она да, это помню, да, да, да. Точнее она там. Да нет, она видела меня, что я заходил в ящик. Всё, мы пизда. Охуенная, блядь, игра. Нахуй ты меня скинула. Я даже не собираюсь, блядь, их устанавливать. Почему? Ты в рот я ебал, блядь. Потому что нормально, надо сразу, блядь, снимать-то. Чё, блядь, задрочил? Порви силы, они там, блядь, проторчали, только в том-то пиздец. За тобой в этот момент бегает. Да. Пизду, блядь, я пошёл. Она сейчас за мной бегает. Всё, погнали лечиться, нахуй. Блядь, тащи там тебя дальше. Я заразился. Да мне похуй. Абсолютно. Абсолютно. Да вон он бежит, ты к ней бежишь. А у меня броня. А то есть похуй. Я сейчас буду брать и пить нахуй и все всех. За тех, кто в море? Вообще что-то попью, блядь. Она, походу, бахнула красной жижи. Чем пойдет добивать меня? Мне кажется, это говно какое-то, задумка-то. Задумка-то хуйня. Да нет, нормально. Ну, сразу. Я же сказал, она пойдет за мной. Да она все игры за мной бегает. Ну, скажем так, мы за мной захуя, да. Ну ладно, вначале, а потом все время за мной, пока ты висел и после... Потому что я потом поесть, блядь, просто. И мне с кем было делать, если я вышел, блядь. Угу, погибал. Байкерской воды вгибала. Да. Хорошая часть. Вот
сейчас где-то и висел, чуть даже что где-то сильнее почему, там он, скорее всего, рядом ловит как раз. Ну да, на улице стоит. Ну, тут отскочил, конечно. Вот все гены в линию. Еще один ген по этой же стороне, только в другом конце. Ну, это будет все логично. А что она меня обливает? Вопрос. Что она меня обливает? Не знаю. Она к вам идет. Она уронила, то и идет в вашу сторону. Она просто переживает, где за день рукается, она приходит. Но... Я присаживаюсь и скажу. А ты мог, кстати, крюк сломать наверх, понятно. Пока она не поднимает никого, да? Она не поднимает никого. Он тихо, что ли, блядь, нет. Вот теперь подняла. Но она сюда вряд ли, наверное, понесет, хотя хуй возьмет. Нет? Ничего не несет. Не сюда. Да, на другую сторону. Сейчас будет очень печально, но мне вроде. Показывает нет, не. У меня нормально все паечка. Только ты только не поднялся. Нет? Нет. Понятно. Спасибо. Быстро слон. Есть? Куда-то съебался. А, там еще один ген есть. Там вон нет. Или он уже готов. Не, гены все там, где вы были. Они в линию. Вот край стены. Ну, то есть вот, который ты еще не был, где она на возвышенности и чуть дальше по этой же стене. Ну, я так и понял. Ну, это как-то уже хоть терять особо нечего. Я сейчас чумахой там и ген еще один. Не, он меня все равно сейчас там увидит. Я покажу, но вот так сюда пойду. С правой стороны, если я пойду, он меня увидит все равно. Конечно, он уже здесь. Надо меня с левой стороны увидеть, если так. О, да, так. Так, так. И мы обходим это дело. Погнали. Один остался, да, ген? А где вторая топчет? А где вторая топчет? Че нет, ген, который вот самый дальний от висящей. Вот он, вон там? Она его взорвала, можешь пока снять успеть, наверное. Потому что она пошла туда чекать. Ну, я, в принципе, видел, так, что я вон вижу. Она выпила там красной водички. В принципе, я думаю, можешь сваливать его. Ну, типа как. Куда-нибудь заныкаться. Типа. Почините уже в любом случае не почините. Может сейчас их завалит, у тебя шанс появится. А какого хуйня тогда меня снимали, типа, чтобы я, блядь, что-то сделал? А что я, блядь, сейчас сделаю нахуй? Побегаю по кругу, блядь. Я как бы и выиграть-то не собирался уже. А, просто хочет вас всех убить, если он типа тебя ищет. Так.
Так, идет в вашу сторону. Она посмотрела на лежащую эту Левинчин и пошла к вам. Так, где идет? Где идет? А, она ее подняла, что ли? Да. Теперь к ним идет. Так странно, они как-то крутятся в одних и тех же постройках, по сути, где уже не клеток, ничего, нужно вообще перетягиваться. Был в центре карты. Они сейчас упадут. Они, короче, уже сдались. Это сейчас Майк Томас просто пытался светить фонариком. Просто шум. Наверняка что. Будет тук, если сейчас снова тут. Они вошли друг в друга. А. Мощь. А, сейчас почему? Не свалил. Можно не крутиться, да? Ну, если посмотреть, да, пока что еще да. Так пошла, возможно, к тебе придется. Вот там это, наверное, даже успеешь. Капот убить. Сможешь ли ты убежать? Это же другой вопрос. Ну, конечно. Вон сзади. Вон он уже идет, да. У меня красная. Нет. Правда, сейчас Ленчин не успеет, она сейчас отвалится. Мне кровь закончилась. Угу. Это знаешь? Мой люк открылся. Ты видишь люк? Да, да, вот ты... справа, блядь. А чё она не ползет туда? Она же знает, что, ну, типа, у неё же есть подсветка. Я не знаю, чё он ползет, блядь. Типа, всё же уёбывается. Ну, типа, то, что, типа, я не буду уползать в люк. Она чё, ебанута, блядь? Закрывай нахуй люк, если очки еще доработаешь. Да, он закрыл. Твою блять. Какая тупость нахуй. Просто тупость нахуй. Максимальная, блядь. Целых 11 тысяч, спасибо тортику и твоей гирлянде. Угу. Ну точнее, как бы 11 тысяч это труд, как раз еще гирлянда мне там чуть больше дали. Именно было, ну, не намного больше. Ну это был говно все равно. Я вообще как бы не собирался эту накатку дохуярить. Пожалуй, могу уделить тебе еще пару минут, сказала Ада. Ну скажешь ты. Я что скажу? Снимите с крюков выживших после начала обратного отсчета. Это как понимать? Снимите с крюков. С крюков выживших одного человека после начала обратного отсчета снятие должно быть безопасно. Это когда открылись ворота и пошла вот этот отсчет. Коллапс. Блядь. Это муторно нахуй. Учитывая, что это еще, наверное, блядь, уровень третьей книги. Первый. Это не очень, блядь. Ладно,
где там у меня 16 книг? Хотят, там 4 уровень. Так. Получите эмблемы не сломлены. 3 штуки радужного качества. Погнали. Даже это, мне кажется, проще. Я просто сходу сдох сразу. Да? Все, больше нет. Я чуть-чуть прослушал. Что там лучше? Какой перк? Точнее, задание. Задание нужно этих. Захуярить. Не сломленные. Тебе я говорю, что, блядь, это даже проще, чем то, что до этого, блядь. Чем какие-то, блядь, типа, пока откроются там ворота, нужно кого-то снять. Это была первая книга, а это, блядь, как там, 17-я, 16-я, блядь, книга. У нее в 4-м, блядь, уровне такая шляпа. Типа, то, что получить эмблемы. Не сломленные. Вот даже прячьтесь в пределах радиуса террора убийцы, так, чтобы вас не поймали суммарно 360 секунд. Вообще проблем. Особенно если еще захуярить какой-нибудь форсаж. Я думаю, вообще нормально. Саш, Лив. Да? Саш, когда там это, кто там рядом? Форсаж. Тройной форсаж. Форсаж, когда я, типа, это... По бокам. Ну, блядь, если кто там рядом в каком-то пределе от тебя будет находиться, то есть вместе с маньякой, это, то есть он будет вырываться быстрее, да, по-моему, но нет? Да. Типа как-то так, по-моему, звучало. Ну-ка, у меня же под рукой все есть. А у меня что, форсаж, у меня это что за хуйня? Или нет? Чей перк? Это или Юи Кимура, или, как, короче, какой-то вот азиатской. Или Юи Кимура, или кто там еще есть. Или Юн Чин. Это ее, блядь, сам прикол, я же за нее играю. Почему она не показала, блядь? Да. Оказавшись в радиусе 5 метров от приносимого выжившего, получает спешку и двигайтесь на 7% быстрее. Скорость попыток вырваться у выжившего возрастает на 25%. То есть... И тот, кто там пытается съебаться. Молодовский 2016 Twitch TV. Чем там уже все, да? Поехали. Владос 2000 часов. Владос ТТВ. Не, вру. 1767 на 2000 в каком-то чате. Группа на чат. Ну-ка. Стримит Dead by Daylight, Apex Legends и Stranger Z. Блять. Что, звук вырубить, что ли? Скажи, когда с пальцем берешь. Как только так сразу. Иди вари. Ты будешь? Буду. Здорово. Целый? Нет. Половинку? Наверное, да. 75? Что там у нас есть? Я сейчас у чувака как раз наблюдал какие-то... Деревенщина! Где? Опа, а мы что, это самое, Рэдди прожали? Угу. А. Деревенщина, короче, против. Ментура Official, здорово. Прибежище в гнев. Правильно. А миллионеры еще пойдем. Бубас, что ли? Это очень опасно, блядь. Так,
Кто? Деревенщина? Что деревенщина? Да. Вот и вы, вот и твичер. Ты следующий на очереди будешь. Так, я жду. Я близко. Хуёвый хит, он сказал. Я так понимаю, все равно с торможением, но я слышу, блядь, что он говорит, если что. Сейчас я, блядь, захуярю тебя. Давай, хватай нас. Погнали. Да, блядь. Ну давай, ты хоть сюда. Ой. Сейчас упаду. Не падай. Ну, в смысле? В смысле, не падай. Духом, блядь. Их убили не так просто, как кажется. Согласен. Он сказал, согласен, Вася. Я так сам прикольно пиздал. Типа куда-то. Я тут бегаю, пока снимаю, блядь. Задание-то не такое, нахуй, хуя. Давай, тебе сразу здесь захуярю. Блядский сыр. Блядский сыр. Бля, Слав, вот вообще опять лёг. Все по хуйне пошло, честно. Сейчас, блядь, хуйня. А ты чё, с этим? Со спринтом? Чё там вообще, блядь, все эти? И вперёд нужно чинить. Короче, давай. Блядь! Хотел прыгнуть в окно, у меня сработала анимация лечения, а я хотел, я мог крюк сломать, у меня толбок был в руках, короче, хуйня вообще. Вот это вот просто, блядь. Вообще говно, блядь. Да. Я бы сломал, короче, хуйня вообще получилась. Ебать, говно, блядь, мне чувак, а мы спасли, блядь, первого. Да? Блядь, ебать тут крюки прям вот рядом, знаешь, вот упали вот максимально удачно. Он, даже если бы я сломал ему крюк, он все равно донес. Ну как, так? Так, ну-ка. Хуй-то, сняли, давай, не растащи. Беги, беги. Блин, ты садишься, блядь. Падает, блядь. А он на кого приседает? На тебя? Нет. Он типа просто мне сдался, типа все добивая и закончим это, да? Надежда на твое самоспрыгивание. Оба. Нихуя. Беглет, свет, эти не сломленные, просто их нет. Чё там? Эмблема доброжелательная и бронзовая, остальных у меня её просто нет эмблем, то есть там просто ноль. Ну, у меня хотя бы вообще что-то есть, и то хорошо. Спасибо за игру, Ментура Гейм, понравилось, очень классно, 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 классно. А, ДВ-шник, да? ДВ. Из нашей армии, из армии никому не нужных стримеров. Пойдущая играть в ультра, топом игру. Ринку фризим? Называется сон. Сон, нет. Что-то у меня... Так, все, я ушел. Туда. Куда? Туда, в эту. Поехали. Куда? Ну, погнали уже, начинаем. Сейчас что, или нет. Мне нужно было сделать эти.
не сломленный, блядь. У меня нихуя не вышло. Тебя сломали. Тык. И меня сломали. А, ну да. На унлим плюс в чат. А за меня тоже плюсанить. Плюс. Тык-тыкович, короче говоря. Плюс. 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 Мы что, начинаем или что, блядь? Так, время 0:00, ну ладно, давай ластовую прям. Прям золотую катку. Ну давай. Прям вот. Прям на мужика, да? Прям укуси меня, пчела, да. Норвич. Так, деталь. Ёпта, сколько у меня этих деталек? А что, что, что? А, это я поставил эту ублюдскую карту. Тогда ставлю еще более ублюдскую. Ты сейчас здесь? Что ж с фонарем побегать, типа. Знаешь, короче, в чем прикол? Я так просто прослушиваю. Короче, они с чуваком играют, оказывается. Вот с этим. Фрилог. Короче, они с ним были. И сам прикол, и то он эту ублюдскую карту поставил, блядь. А он его проклинает теперь, да? Да. Ну, он себя проклинает, блядь. Поставил ублюдскую карту, блядь. Поставлю еще более ублюдскую. 3700 у меня радужных осколков. Чё там, к чему? Ну-ка. Как только я захожу, блядь, посмотреть персонажей, блядь, у меня сразу, блядь, находится игра. Вот, максимально, блядь. После этого магазин недоступен, блядь. Будет очень, блядь, странно, если это. Если опять сейчас попадем, блядь, с этими чуваками, блядь. А у тебя такое было? Чё именно? Ну, типа, что попадал с теми же самыми людьми. Да, что, запоминаешь линейки? Да, блядь, ну ты же говорил, что попадал с Филлисом, по-моему. Ну, я попадался с Филлисом и попадался с его бабой без него. Их запомнил. Ну, их ты просто знаешь. Ну, между ними план, ну, большой был, потому что по времени. Потому что с Филлисом я попадался еще с Ловики, а с его бабой уже с компа. Обожаю канал без описания, однако здравствуйте, блядь. Мне, походу, описание нужно какое-то. А чё мне, блядь, описывать, нахуй, в данном случае? Напиши свой канал полностью. Ебашь, в чё хочу, блядь, да? Давай, ебашь! Что это было сейчас? Так, стоп, подожди. Я ж, блядь, недавно это... Я недавно очищал количество своих игр в этом... О, чего? Было 705 игр на аккаунте, теперь 691. В смысле? Ты что-то удалил? Что-то скрыл? А я максим... Не, в смысле? То есть ты скрывая игры, у тебя они не удаляются никуда? То есть они у тебя так же висят? Просто ну, можно знаешь, удалить с аккаунта совсем игры. А удалить с аккаунта тоже через это, через поддержку. Ты что-то удалил с аккаунта? Конечно. Нахуй. Что, например? А, то, что, во-первых, без... Отвратительные... Отвратительные по качеству. Полная хуйня. Ну и в частности то, что без каких-либо там достижений, без какой-либо хуйни, которую вообще не запускал. Так, чуточку подчистил, я думаю, может еще пройдусь. Некоторые я подраскидал, типа то, что, ну, типа по каким-то
скажем так, у себя. Типа что-то скрыл, что-то раскрыл. У нас там маньяч сейчас будет. Ghostface, конечно же. Ghostface крадется. Не, это я не видел, но... Ну, ты не знакомый, да? Тремидоголовый, что ли? Или стрелок? Стрелок. Так. В прошлый раз мы со стрелком здесь как раз и играли. Ну так, это стрелок. Сейчас еще и подстрелят. Не, блин, стрелок. Просто лаш. Максимум. Ложка бизнес. Не, мудак. Встань, блядь! Наебал! Далеко. ICB The Best. Это... Там прикол, она... За кого играет? Это не ш... Блядь, не... Шева, но это скин. А, нет, вопрос просто в другом случае. А в чем вопрос? Ну просто, ну, выглядит как сам этот... Сама картинка именно выглядит очень... Не так. Не как обычно. Там же видишь какую-то форму там. Ну типа не в профиле, а типа как бы one fast. Надо так не говори и все. Я тут ни при чем. Скажи, так скажи, когда ты не говори. Он, блядь, очень близко лежит. Единственный чувак, который смог сделать вот эту хуйню. Починку. Такой, хожу, примус, подчиняю потихо. Ну да, блядь. Спасибо. Я просто предложение был хорош. Иди сюда, куда-нибудь. Пошли твой нахер, если ты сюда идешь. Нет, ну, не надо, стрелок, ты чё? Мне просто повезло, что он промазал. Очень я не уворачивался, он просто сам промазал. Это я думаю, теперь... Ну, буквально сквозь меня пролетело. Просто ему не зарегалось попадание. Ну, короче, технически он попал, потому что это его через ДБД. Сказал, иди нахуй. Да. Ой, блядь! Блядь. Это что? Ага. Я бежал, блядь. Не, вот сегодня вообще Асов. Максимально странные карты, да, то есть... Это тот редкий случай, когда я бомблю от ДБД. Ну ладно, я выполнил задание. Лежит-то, блядь.
Ой, блядь. Вот это максимум тупости, блядь. Чё ты вешаешь меня, ебаный рот, как он бегает? Слепи, слепи, сука, помоги. Я вообще думал, что он в нее попадет. Отлично. А ты еще жив? Че, планетка, давай с тобой хилим. Деньги там планет, убиваем за хилим. А ты еще жив? Да, я лечу тебя, трогаю тебя. Я понял уже. Я думаю, когда ты скажешь, что как пососная, значит, ты уже это... Не, ну это... Все. Ну просто я как-то... Упал, повис второй раз, да еще и тупо там упал. Ну ладно, у меня там была глубокая рана, не простите. Мне экран уже чернел. Вообще в нулевой был. Блин. Когда я садился сейчас. Ну я его как чиню. Он говорит, он только пизданул и все. Быстрый съем есть. Быстрый съем. Ну, блять, я застрял, сука. Я в текстуры застрял. Говно. У него к тому же первый повес. Вот именно сейчас нужно успеть снять. А то и обидно будет, если он будет первый и последний. Ну да, он сзади идет. Сзади нас идет. Пиздуй, успеем, успеем. Блять, близко, сука, близко. Я если че в доме на втором этаже чиню. Я понял, да я собирался туда присесть. Ладно, вышли. Он там делся-то. Я думаю, успеем дочинить, а вот сможем ли сбежать, и будет ли у него наед, и так много вопросов, так мало ответов, нам движется. Наш сторону. Короче, дочиним его, и тут уже кому как повезет, как говорится. Ну, да. Что ты, ты в яму? Я еще хотел перезать, но тихо не буду. Я даже ворота проебал, конечно, я читать не нашел, я мимо них бегу, но я даже не посмотрел, где ворота по ютубу. Сука, у меня, блядь. У меня последний палец. Всё, вскрывай.
Нет, когда я спрятался в шкаф, потому что я знал, что он придет чекнуть ворот. Сейчас вот уйдет от этих ворот, я начну открывать. Ну, сейчас покатим. Она открыла другие ворота. Еще и съебалась. Пойду выпускать. Че ты пойдешь? Люк искать. Вон он в доме. У меня было задание сбежать в люк, нахуй. Сейчас специально, блядь, так это хуйнул. Да? Хотя бы забежал. Объебанная Аяна. Блять, мне нужно получить не сломленный, а не сломленный это. Это чтоб тебя не сломались. Ебучий, да, чтоб я вот смог выжить. То есть, не сломленный тебе какой нужен? Радужный. Радужный, блин, это нужно, чтобы ты как минимум сбежал, а еще вот в идеале, по-моему, вообще не висел. Я не знаю, может быть, после одного повеса еще дадут, но если даже будет два повеса, и ты сбежишь, могут цену радужный не дать. Уклонитесь от базовых атак убийц 3 раза, блядь. 2 из 3 я уже сделал. Вот. У меня вот было задание вот то же самое, только 5 раз, поэтому я спринт и ставил, чтобы иногда на спринте улететь, и он промазал. Ну я, в принципе, оставлю то, что улететь. Я, короче, врубил вчера Plants vs. Zombie, да? Так. И сам по-моему, прокусил. Уже даже сегодня. Ну да ладно. Ну не, уже вчера. Ну ладно, обидно ебал, согласен. Теперь уже вчера, да. Ну, короче, я врубил через этот, через Steam. Steam, чего там у нас есть? За приложение у них. И, короче, из телефона играл, да? Да. Сам прикол, там что-то какие-то, блядь, иногда тормоза появлялись, нахуй, и очень уж они, блядь, меня не радовали. Зато, блядь, что-то я тогда играл прям, ну, заебись. Поставил в толчке, блядь, такой, да? Взял, подцепил к телефону, короче, геймпад по Bluetooth. И сидел, что-то хуярил. Нахуярил так, что у меня даже ноги, блядь, даже ноги отсидел в толчке. Я встал еле-еле, блядь. Это мне кажется, что это слишком уж, блядь. Так делать не стоит, наверное. Явно, блядь. А почему ты такой захуярил этот? Какой-то анимешный, блядь, этот. Аватар. Да хер его знает, просто первым был анимированный профиль, и все решил все под это, под одно, ребёнку. Блять, просто знаешь, вот этот ебучий этот рябь, блять, она пиздец прям на глазах ухи. Ну ящер, блять, до 200 уровня, блять. Да что быть, наоборот, нихуя не ящер, блять. Написано. Рус, блядь. Ясно, нет разницы. Или может там за какой-нибудь золотой значок тебе, блядь, дадут нахрен наоборот русу, блядь. Да? И там, когда был первого уровня значок, там что-то другое было. На втором уровне стал ящером. А там что-то было по-другому. Ящера было. По-моему, ящер. Нет, когда был значок первого уровня, там был не ящер, там что-то другое было все написано. Вот, допустим, сейчас вот у себя посмотри, у тебя есть скрафтинный значок, там, первый уровень, как, что у тебя написано? Ну, блядь,
Хуй знает, сейчас посмотрим. Иры-то наземные. Вот. Ну да. Теперь это, короче, ящер. Потом, если да. Под конец, я так понимаю, прям максимум. Русизма, блядь. Русинга. 49 штук, сука. Я же еще что-то оставлял, блядь, потом. Есть. Семейная там резиденция. Что-то это уже было у нас. Да, было. Там, где как раз стример. Да, говорил, что все хуйня. Блять, артист. Ворон, блядь, рядом прилетел. Художница? Да. Артист? Почему артист? Да, она по-английски артист. Художница. Ну, я не знаю, художница или как там в оригинале она звучит. Вот там, знаешь, блядь, есть такой момент, что типа это... Блядь, на английском языке там какой-то шляп, блядь, звучит так, что типа это... артистом можно назвать, блядь, там очень многие. Ох, здрасте. Вот тут сейчас отгонять от себя. А я символ какие-то собираю микрозадания, а что-то так я не помню, что их собрать нужно. Просто беру карты, собираю. Уязвимость, сад гнили, блядь. Ой, блядь, ко мне идет. Пока что я вообще не полезный. Чё ты? Пока что я в катке вообще не полезный. Ты снимаешь, что ли? Иди мне франк, сука, лишь. Вызвала, но не, что она меня она не пробила. Ты суча. Ебучи, блядь. Оставь себя. Ебу, блядь. Ебунька, блядь. Блядь. Она тебя видела? Я не знаю, я пришел сюда не тебя спасать, я пришел сюда свое задание выполнять. Она тебя видела. И она меня видела. Ладно, одна разменит, раз уж пришел. Блин, пишем в другую сторону. Хотя... Ну ладно. Сначала хотел разменяться, потом подумал, что она не бежит меня бить, думаю, может успею в окно. Может я успею забрать свою аптечку, но... Она уже подоткатилась все равно у тебя. Ну, откатилась, ну пусть, ну хоть что-то есть. Просто ночь аппарат, если видео. Аппарат, препарат. Сука, она к мне попала. А, они чинят, короче, вообще не напрягаясь на другом конце карты. А я сейчас к нему я приведу нахуй. Крутанулся очень красиво. Э? Крутанулся очень красиво, я видел. Хуй знает, у меня как-то, блядь, очень странно это. Анимирно все это было очень странно. У меня почему-то, блядь, восстановлена половина, блядь, силы. Это разве нормально? Так разве было? Вверх трон у нас, сука. Не трогай меня, сука. Да убегай ты нахуй. Ой, тронь меня, сука, да? Прикол. Я не думал, что он реально начнет трогать сейчас. А чего вы вдвоем там лежите? Ну, потому что так получилось. Пора это. Она еще к нам идет, что-то как-то откуда она знает, что мы в уголочке. А не, она нас не увидела. В нашу сторону, блядь, короче, кидает этих. Ебучих ворон. Я ползу в другую сторону, нахуй. Ты это, шевели. Это ты тот, кто ползет, да? Да. А я, по-моему, в аптечке шприц был, но там уже это. Пора бежать. А, ты бежишь на нее. О, обидный промах.
А, обидное попадание. Единый ебаный. В поленке лежу. Где этот, этот? Возможно, они вместе играют, потому что Мактамус бежала туда целенаправленно. Я думал, она, ну, типа, бежит чинить. Оказывается, он там чинил. Она по эфиру сюда бежала, а не чинить. А чё она меня... Чё на меня прессует вообще? Животный. Прошу, вопрос. Я пытался. Где бить, как меня? Чё на меня? Голову, блядь. Ты бежишь, да? Куда-то? Ну, куда ты бегу, а чё? А куда надо? Блять, не-не-не, она сзади. Она сзади. А ты где? Где ты висел, сел, где начинись? Тут что ли? Где я висел, блядь? Он менш. Ты меня что, залечить хочешь? Давай я тебя залечу. Вроде у тебя последний повес. И чё? Там у чувака повес вообще есть. Давай тебя залечу. Я пока пошёл чинить, сними пока, а то не успеем ничего. Сними это вот того. Ладно. Ну, вроде быстрый все еще стоит. Не проебать бы этот. Ага, хорошо. Так. Убегай нахуй. Теперь вас подвала. Ну, я пошел. Я пошел окружными окольными путями, в принципе, она в вашу сторону. Но все равно быстро едет. Сука. Пошли. Быстрый, но не тихий, да? Ну, типа того. Блять, куда ты скинул? Она меня прокинула воронами, я, конечно, ворон скинул, но... Дура, блять, картонная, иди сюда. Он теперь меня будет преследовать. Да блять, ебучие вороны, как ты попала в меня? Чебуречин, кстати. Так, все, я пошел дальше. Твою хуйню я выполнил, вполне нормально. Да ебать, блять. Прилетели. В меня не попали. Я так понимаю. А, вон ты где. Я вижу тебя. Иди сюда. Или ты, блядь, ты даже не ты нахуй, да? Я на плече. Я понял. Там буквально здесь. Нам буквально. Че, вообще втроем? Лечились там. Ой, блин. Еще и на меня вороны передались, я напомню, не кидал, это. Есть обдон, который перекидывает ворон. Типа там не обязательно. Ты? Ты? Я. Спасибо. Какой у тебя маникюр розовый? Спасибо. А ты прям смотришь нахуй. Вот у меня лично, да. Блядь, например, его не особо видно. А, вот так видно. А, я тоже люблю, блядь. Давай чуть-чуть отсюда. Ползу.
Дайте мне этот сундук, чемодан, куда прыгнуть и скинуть этих ворон. Марселик. Ну. Да, это я его, собственно, и чинил. Она меня прокинула ворона и отсюда сорвала. Честно, начинем, давай чуточку в сторонку зайдем, а то сейчас будет сюда кидать по-любому, ну, уже кидается. Она идет туда. Блять. Давай хоть как-нибудь вот так. Тихо-тихо. Блять. Открой. Ну ладно, если что принимаю, она идет. Нет, я не, блядь. Ты да. Блять. Сваливай пока. Блять. Ну, как? На меня сваливай. Я там пока спинку ставлю. Да. Я бегу. Е. Махнулся. Это не знаю, где, блядь, это. О, эти там, блядь. Она вернулась на рентген. Все, короче, это я. Для меня это конечная будет. Да, это вот знаешь, в чем прикол? Если ты хуйня, если ты подходишь куда-то. Это проклятый ген, да? Нет, если типа это. Ты жмешь, ты его. Долечи меня нахуй. Чем ивента будет, или что ты меня оставила? Я не знаю. Ты рядом прилетели. Так, ты чё, лежишь? Ну, она могла меня убить, она чуть не стала меня сбросила с плеча. Там. Перед крипом. Точнее, ну да. Понял. Я бегу нахуй. Бегу. О, к тебе еще бежит. Че, хипки тогда уж. Рудольф Аркадьевич. Хуй. А чё там опять прилёг нахуй? Хорошо тебе, блядь? Он тут сюда и несёт. Понял, блядь. Ну чё, наверное, он опять тоже не стал вешать. По-моему, спалило тут. Вот как-то так, и никак иначе. Почему у нее радиус террора пропал? Я не знаю. Она буквально рядом со мной, но террор у нее почему-то пропал. Блять.
Я на только последний. Да. Пробил. Нихуя пробило меня. Пробил у тебя воронами, а за мной и так бегает. Я чисто это. А, это, по-моему, она открыла ворота. Наверное. Иди сюда. Ты рядом был. Только что рядом был. Близко. Сзади какой-то. Ну-ка, блин, тише нахуй. Интересно, она это отпускает нас или нет? Я не знаю. Мне не кажется. Да нет, сейчас посмотрим. Пустит или нет по итогу. Че, нет, что ли? И, блядь, стоп. Возможно, отпускает, потому что ворот вроде не сейчас. Все. Спасибо. А что ты мне показываешь? Я уже... Не, я наоборот хотел типа туда, типа ей показать, типа давай меня пинай туда. Меня уже въебал. Эти с другой стороны стоят. Сидят, приседают, блядь. Промах. Одному промах. Промах. О, теперь его будет есть. Отлично, я, кстати, сделал свою хуйню. Я свою тоже. Чё сидим? Кого ждём? В чём прикол? Действуйте 90 секунд с элементами отслеживания вашей карты за один матч. Сад гнили. Короче, у нас по очкам нормально. Там, походу, пистолой страдали, нахуй. Пососной шляпой. Сбегите через люк, к розовым символом. При выборе этого испытания появится розовый символ, который будет глядеть на вас. Решайте, короче, у нас, наверное, контрольная. Ага. Пока ищите, я пока отскочу.
Я все болен. Я все будет. Я понял, что будет. Ну будет ты что? Все. Отлично. Закрытый, блядь, где на? Давай. А зачем ты так делаешь? Маньяков приманиваешь? Да. Этот Казахстан, казахский чемпион. Приманивал ты, блядь, а пизды получаю я. А где ты есть-то, блядь? Я как бы, если что-нибудь спецов, я просто не знаю, что тут. Не, я вообще удивлен, зачем ты ее приманивал. Ты вроде так обычно не делаешь. Ну, блядь, я еще пизды получу. Он меня вроде бросил, а теперь уже опять прокидывает. Ну, чтобы движение как-то происходить начало. Так, блядь, как я его ненавижу, сука. У меня задание, блядь, просто посветить карты и генератор и чинить его. Все. Почему? Почему? Вот. Я... Сука. Ты, блядь, сука, отъебись ты нахуй уже. Тут откроется хоть один ген, блядь, они съебали уже нахуй. Сейчас я упаду и откроется, не ссы. А, да вон ты буквально рядом, блядь. А, упасть все. Все, открылся. А, хуй толку, блядь, я рядом. Ну... Я буквально здесь. В этом здании. Сегодня я здесь, в этом здании. Батя в здании. Угу. Он пока еще не ушел, погоди. Я и так иду. Он прям рядом побежал со мной. Я прям здесь так. Думаю, сейчас прилетит и кидает. Снизу, снизу, снизу. Не, бежит, бежит, бежит. Ты, блядь, я чё ты прям в этой хуйне как-то очень дерзко, блядь, начал хуеть. Очень ебать ты дерзкий. Я бы даже что-то чинить сел, если бы не был раненым, честно. Выпаду сейчас, сейчас все нормально. Еще выпаду. Сейчас впереди, садись впереди. Нахуй отсюда. О, сломал. Что-то очень дерзкое как-то, блядь, немного это. Ты решил показать маньяку, где его место, да? Чуть-чуть. Вон все еще пока за мной. Еще пока за мной. Ты, блядь, от меня хоть шат стать или нет? Или так мы будем по всей карте гонять? Задание картофил. Звучит как педофил. Да, говно, конечно. Ну так меня все прокидывают этими своими залупками, блядь. Печальскими, блядь. Если чё, я чиню там, где Ландия прохилили, всё тогда. Да я сам прохилил себя. Ну ладно.
спасение утопающих дело рук самих утопающих. Они в центральном. Вообще кто-то охуевший, просто максимально. Что за хуйня? Я не очень привык этого казахского чувака. Но... вроде даже как-то бежать. Ну, он очень жесткий на открытых картах. Здесь где-то спрятаться, там камни, деревья еще более-менее. Если просто открытые, то все поле. Он меня на открытом ебашит, блядь. Ну, значит, кидает плохо. Да. Да, все, он за мной. Все, я задание выполнил. Маршрут. Отлично. Продолжай маршрут. Сука. Почти. Блять. Отличаю в центральном здании чиню. Ты, наверное, тут начинал, да? Я начинал, да? Блин, за мной, блядь. Ой. Пуст, ты серьезно, блядь. Он промахнулся, нахуй. Я прям в него прибежал, блядь, он промахнулся. Сука, не ожидал, как и я, блядь. Это было очень, нахуй, неприятно. Не самая приятная встреча. Если там где-нибудь от него оторвался и видишь поблизости ворота, можешь потихоньку, хотя нет, прокидывать еще, да? Да он прокидывает, он по мне. Он по мне прокидывает все еще. Я, блядь, ко всем привел, кому мог только, блядь. Я ко всем, кому мог, блядь, привел. Мне не привел, ну, кроме начала. Закрыл скин. Видите, закрыть. Да, это его перка родная. Давай это. Ну, блядь, тут я не уверен, что около ворот хорошая идея. Ну, блядь, просто я уже начал лечиться. Че, дежурю ворот, попробую пойти поднять. Я думаю, нет, он его поднимает. Пойдет, наверное, после того, как кто-то либо... Не-не-не, там сколько секунд они закрыты будут. Ну, блядь, они, похоже. После того, как кого-то вешать тоже. Подать, нет? Нет. Вот, пропали после того, как кто-то еще упал. Я думаю, просто совпадение, а не по времени. Нет, это я тебе говорю, просто уже в предыдущий раз то же самое было. Че, открывай до конца? Нет. Ну там к тебе уже бежит. А, нет, он тут у нас. Он просто... Чего? Да, открывай, открывай до конца. Смотри, кто идет. Вот так. Не знаю, я как-то умудрился, типа он кинул в меня ножички, ему осталось еще один до ранения, и нет, и он бросил меня. А что ты здесь, блядь, такое открываешь, наоборот? Че, нужно того снять, чтобы он в ворота убежал, а тот, который, наверное, поползает, он сейчас, наверное, а нет, почему, я думаю, либо он сам не захотел уползать, я думаю, он успевал по времени. Идемте.
вот тут не грех написать GG, потому что это было действительно. GG выпрыгнул. Блять, мне тут через люк нужно было бежать нахуй. Ну, чтобы бежать через люк, нужно было как минимум подсветку на люк ставить. Так бы, может, что-нибудь придумал. Сейчас я был максимально охуевший. Поэтому, может быть, у меня все это получилось. Это только единоразовая акция. Я не поверил в себя. В следующий раз я буду сосать болт нахуй. Это не призыв к тому, чтобы это делать. Ладно, все, короче, пойду сейчас Майкл качну, мне на него нужно хватить, добить его престиж. И все.